Всем привет! С вами канал Артмания. И мы только сейчас заметили, что у нас снег уже, хотел сказать, вырос, растаял. Смотрите, на площадке вон там вот, только вот тут вот чуть-чуть осталось. Около школы, ну тут вот чуть-чуть тут. Ну тут, по-моему, наверное, мне кажется, будет дольше. Именно вот эти вот бугорки, они будут дольше таять, потому что тут теневая сторона. Но все равно, смотрите, как быстро он растаял. Буквально еще, наверное, неделю назад был прям снег. Лежал снег. Его уже, смотрите, нету. Дима, привет! Поздоровайся, Дим. Дима, привет! Ты моя зайка. Да, мы тут рассматриваем. С Димой сейчас начали разговор про светофор. А тут собачка, а тут собачка. Собачка там, да? Да, собачка там. Про светофор рассказывал Диме. Про опасности, стройки. У нас там идет стройка. Так, это вот школа, а вот тут вот дом, и тут за домом там виден кран. И там видел, милиция там поехал. Кто? Милиция. А, милиция, да. И мы начали разговор про кран, опасности, стройки. Потом про светофоры решила рассказать. Ну, надо эту тему немножко развить. Вон, скоро все вижу. Потому что упал там, потому что. Не знаю, упал потому что вот кран и все. Нет, он просто сдвинулся вниз, этот кран. Да, он просто подвинулся чуть-чуть ниже, он там строит. Строит домик. Там был магазин, его разобрали полностью. Ну, там фиговый магазинчик, конечно, был. Там была пятерочка, очень-очень тесная, с коляской, я помню, застревала постоянно. Там дом упал, человек упал, и ребенка, и маленький. Там вызвали ребенка, и все. То есть один едет ребенок. Угу. Это ты рассказывал про ребенка, который по лестнице поднимался оттуда? Да. Ага. У Димы есть некая способность. Очень, кстати, интересная. Которую, наверное, нужно как-то развивать. Он может предсказать иногда что-то, да? А иногда сказать, да. Что где происходит. Это было очень интересно однажды. И дядя идет, и тетя идет. Да, дядя и тетя. Да, вон они вышли. У них, кстати, сын такой прям воспитанный. Здравствуйте, дверь подержит всегда. С коляской я выходила. Такое всегда поздоровается, до свидания, там, ну, прям такое, ну, для 14, наверное, прям молодец. Там дядя у соседей. Угу. Я думала сначала, что она мать-одиночка, потому что не было видно отца все время. Думала, воспитала так сына, думаю, наверное, строго. А потом увидела, что отец, оказывается, есть. Думаю, надо же, удивительно, просто встретишь такого мальчика 14-15 лет, который будет здороваться, будет дверь держать, будет до свидания, прям такой воспитанный, там с мамой сумочку несет, там прям это вообще редкость такая большая в наше время. Ой, там малыш бегает. Нам тоже с тобой будет подняться к школе как-нибудь там и погулять. Там как раз он загорожден, можно не переживать за ребенка. Мы, кстати, ни разу с тобой не гуляли там. А ребенок, он заволозницей. Да, она уже, кстати, это в штанах и голые ноги внизу. Уже можно, по-моему, шорты одевать, наверное. Будет офигенно смотреть, кстати, снег, и в шортах идешь. Вообще будет шикарно смотреться. Все вон там гуляют. А у тебя же еще самокат где-то есть. Можно будет скоро уже самокат доставать. Еще прям чуть-чуть, наверное, градусов 10, что ли, будет. А будем вот тут. Все, и можно туда вон, кстати, ездить. Там асфальт хороший. А будем вот тут ездить. Да, слушай, можно же вон там, вон туда прям ездить. Там надо посмотреть, сходить будет асфальт хороший там или нет. Сегодня вот мы не пойдем гулять, потому что Дима вчера упал в грязь, и штаны я вчера вечером стирала. Они навряд ли джинсы, там навряд ли они высохли. А будем сегодня там кататься. Сейчас посмотрим твои джинсы. Мы еще с тобой позавтракать не можем. Время 12, а мы не можем никак позавтракать. Никак не могу ребенку уговорить на завтрак. А время уже 12, уже час, скоро будет обед. А ты на скорой поехал. Что-то у нас скорой часто ездить тут стали. Странно. Подозрительно. Потому что бух-бух-бух-бух-бух. Вот так падает кирпичик. Вот так падает кирпичик. Вот так царапается кирпичик.
крепите, вот так ребенка падает, крепите, вот так ребенка и все. Да что ты, правда? Да. Да. И там что и сон милите, она и сон милите, и сон милите. Ну, милиция-то их особо, кстати, незаметно, когда они едут. А вот скорая у нас стояла на днях здесь. Проехала много, вчера видели. Обычно редкость большая их увидеть. Здесь у нас больница далеко достаточно находится. Чтоб так прямо не ездили. Чего это там? Сопли? Ну, сопли. Что они у тебя там? Буду говорить дальше кушать.